Конечно. Вот это росомаха. Вот это движуха. В траве ничего не торчало. По траве. Сейчас газу давай. Чуть правее. Газу. Привет. А чего ты тут сидишь? Ты подраненный, что ли? Так, гусяночки мы колеса подспустили. Вот, более уверенно. Поехал. Пошел. Так, первая маленькая у нас преграда. Направляемся мы вдвоем, пока вдвоем, в тайгу на болото. Вездеход застрял в луже. Сейчас разматываю лебедку от квадроцикла. Попробуем его цепануть и подтащить. Надо-то чуть-чуть, а он почему-то зашлифовал. Ну, хорошо, когда едем вдвоем. Вот тебе вездеход, тигр. Так, цепляем лебедку. Техника на грани фантастики у нас. Так, зацепились. Сейчас я его буду подтаскивать. Я думаю, он выйдет. Да, он шлифует, колеса слабо накачанные. Ему надо колеса подкачать. Выехал. Вить, давай натяни трос, я намотаю. Вот такая у нас традиция. Заехали мы в первую лужу, и у нас отломалось колесо. Сейчас мы пытаемся его спустить, гусянку разобрать. Надо ехать в город за валом, делать новый вал, приезжать сюда и вездеход соединять. Приключение начинается. Хо-хоу. Я вот его пытался тащить на квадрике, но бесполезно. Наше приключение таковы. Сняли мы гусянку, колесо отломанное. И потихонечку на трех колесах и без одной гусянки мы сдали на сухое место. Сейчас будем пробовать смотреть, что уже у нас отломилось. И что, и сможем ли мы это починить на месте. У меня есть ключики рожковые только. Сейчас пойду. Пошел. В общем, потом будем каким-то образом смотреть, как нам развернуться или что делать. Так, потихонечку сейчас технику разворачиваем. Давай. Выбивает. Скорость выбивает. Ух, утки. Хорош. Стоп. Давай теперь вперед потихонечку. Давай. Опа. Тихо, закапываешься. Давай руль выверни в эту сторону, закапываешься. Гусянка чуть-чуть цепни. Назад попробуй. Еще
Еще заднее колесо, видишь, пустое. Давай, 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 давай. Ай, красавчик. Стоп. Теперь вперед. Накатом прям. Накатом. Выбивает скорость. Так, ну пробуем. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Собака. На песке шлифует. Да. Назад дает нормально. А вот вперед, потому что у нас на переях только гусеницы, ой, цепи. Сзади у нас просто колеса спокойно болтающиеся. Поэтому мы и зарываемся передними, а там гусянка. Сейчас будем пробовать смотреть. Ладно, считайте, что мы развернулись. Песики. Задняя полуспущенная. И еще чуть-чуть. Вот. Отлично, стоять. Ведь задняя спущенная. Нужно будет его или подкачать, потому что оно спущенное. В данный момент его накачивать надо. Ну, в общем, мы пока выровняли. Ждем. Да, все пойдет. Ждем машину, прицеп. Грузим вездеход. Рыбалка закончилась. Но еще не на сегодняшнюю секунду. Так, ну что ж, пробуем двигаться на трех колесах и на, с одной стороны, на гусянке. Потихонечку колесо заднее у нас отвалилось. Пробуем, что получится. Ну, потихонечку едет. Тяжело, конечно. Но двигается наш вездеход. Проехал большую лужу. Дальше у нас везде сухо. Больше у нас луж нету. Нормально, нормально. Впереди убежали. Вездеход на трех колесах. Потерял одно колесо. Поехал, поехал, поехал. Хорошо пошел. Доездились мы. Сломалось у нас и второе колесо. В общем, весело, однако. Хорошо подъехал к нам эвакуатор. Вот сейчас мы погрузим все это на прицеп. И увезем его на починку в город. Осторожно. Может быть, ругательные слова. Вездеход «Тигр» не доехал до рыбалки. Упадет нахуй. Что? Упадешь.
Упадет! Упадет, упадет, назад! Давай назад. А эти колеса. Еще маленько. Давай еще. Еще маленько. Альбар, хватит только дома. Пускай на лебедке стоит. Не, ну так-то да, на лебедке не стоит. Так. Наручник поставить. Наручник поставить. Да, наручник. Ну, в общем... Нет, не поставил. Загоняем. Загнали наш вездеход. Сейчас потихонечку надо будет ехать. Вот так. На ремонт. Ну а мы тем временем будем продолжать путь дальше. Поехал вездеход на ремонт. Но... А мы продолжаем... Путешествие обратно в тайгу. В общем, разворачиваюсь я. И мне сказали, езжай. Меня нагонят. Чувствую, мы сегодня будем допоздна рыбачить. Фух. Ну ладно. Разворачиваемся. Так, ну что. Было нас много, остался я один. Ладно, поехали, друзья. Вот и я доехал до второго перекопа, Михалыч. Говорят, ты и здесь перекопал. Всю дорогу рыбакам, охотникам. Прям так серьезно-серьезно перекопал. Ну, пойдемте посмотрим, что ты тут накопал. И насколько
Серьезно. О, понабирают по объявлению. Так, здесь разворачивались. Да прям три траншеи перекопал. Ты глядишь, какой красавчик. Вот одна траншея, там вторая и третья. Все для людей. Тайга для людей. Вот тут свеженько копал. Ну вот смотри, Михалыч, можешь свой трактор заводить заново. Копай туда еще метров 100 в тайгу. Вот, потому что видишь, он пролом. Сейчас вот я его объеду. Вот. Сниму теперь на той стороне. Ха, Михалыч. Поехали, друзья, на рыбалку. Поедем мы в объезд. Вот так вот, Михалыч, потихонечку. Метр за метром. Объезжаем мы твои перекопы. Да, может быть, жигуленок тут и не проедет. Или что-нибудь посерьезнее. Ну, а мы вот, как видишь, уже по накатанной дороге проезжаем. Раз, раз. Вот здесь прям вообще. И трубу даже перерыл. Ну вот. Лучше копай, Михалыч. Ладно, друзья, поехали дальше. Тут детский сад на кране развлекался. Доехали. Доехали до места съезда в болото. Вот такое вот болото впереди нас ждет. Лес лесом, тайга тайгой, дороги дороги. Ну вот мы доехали до съезда. Такая няша ждет нас 27 километров. Чтобы доехать до места рыбалки. Экстрим только начинается. Вчерашние поломки, точнее сегодняшние рано утром поломки, отломанные колеса у вездехода. Это только начало путешествия. Будем надеяться, что вся техника вернется в целости и сохранности. Вот. И мы тоже в здравии. Пожелайте нам удачи. Вперед. Держи. Коробочку тоже. Вот первое у нас. Только съехали, уже увязли. Я сразу понизу, наверное. Конечно. Выходит, 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 выходит. Не надо, взад идет, идет, потихонечку идет. Чего не взял ведь его? Идет, идет тихонечко, идет, идет. Идет, идет, идет. Не надо шлифовать так, тихонечко, оно идет, идет, тихонечко, идет, идет. Идет, идет, тихонечко, идет. Да уж, грязи, да грязи. Что думаем? Да. Таких торфяников много, да? Нет. Вот этот один только самый такой. Самый запасный, да? Да. Как они тут проехали? Ну, на оборотах как? Нет, тут не на оборотах. Если я
по этой хуйне поеду. Что тут у нас? Камыш? Да, камыш. Вода, да? Нет. Кочки, кочки, корневая система. Давай прямо так, Валерий Карлович. Как? Сейчас я. Вот так вот, по да, вот по краешку попробуй. Пойдет, да? Ну, корневая система, я думаю, что она еще не провалена. Краешком. Краешком. Давай, подгазовывай, подгазовывай. Вот это росомаха. Вот это движуха! Не знаю, что тут, блядь. Что делать, блядь. Тут ведь, наверное, это тут жопа, наверное, Витя. Тебе-то да. Че? Я говорю, ты надеюсь, все снял. Все снял. А я, Витя, откуда я знаю? Картинку смотреть надо. Так, ну... Не прыгай, не прыгай. Угу. А нам как? Не прыгай. Не пойду, конечно. Нет, а там мясо есть. Да я знаю, что там мясо, Витя. А? Я знаю, что тут мясо, блядь. Чё? А-а-а. Ну чё? Вот наш друг ползет по болоту. Я схитрил, скинул балласт и на квадрике промчался эти болота. Мужиков послал пешком пройти. Как говорится, вот Виктор возвращается. Осторожно, там гуси-гуси. На лесопедах? Ну вот, первую прошли. Друзья, нас еще одна очередная ямка ждет. Накатом должны ее проехать. Говорят, здесь песок. Действительно песок. Движемся по тайге. Уже проехали 12 километров. Кругом валежники. Вон, друзья, на дороге копылушка сидит. Если видно будет, потом приближу. Вот, не боится нас, молодец. Никто ее не тронет. А вот здесь вот, вот такая вот штука хорошая. Но мы ее объедем. Не будем пачкать нашу технику. Поехали туда. В сторону копылухи. О, полетела. Заметила нас. Мы сейчас потихонечку объедем. Такое-то
Оно песчаное, в принципе, можно для картинки проехать было по луже, но как-нибудь в следующий раз, друзья. Еще впереди столько болот, столько неизведанных далей. Хорошо, когда ты в компании с кем-то и сзади тебя такой же трактор едет. Вот. А когда ты один, лучше не рисковать. Риск, конечно, благородное дело, но не в этом месте. Так, друзья, у нас легкая преграда. Сейчас мы ее поснимаем. Как она нам пройдется. Андрюша говорит, возьми левее и газу. Ну, поехали. Левее, левее, во. Газу. Делают объездные дороги, чтобы можно было спокойно, без рвения машины, проехать. Даже серьезные квадроциклы в виде шерпов, странников и прочей бендюкистики. Сейчас мы потихонечку двигаемся в направлении. Болотным дорогам, по торфяникам, по лесным топям. Ну, здесь сидели когда-то. Вот здесь тоже сидели в свое время когда-то. Но мы объедем аккуратненько. Раз. Еще будет время порвать машину. Проезжаем озеро слева. Наша росомаха потихонечку выжит. Хорошечно-сказочно. Откуда это слово хорошечно? На каком таком языке? Хорошечно, чешский козел. Чешский козел? Вот там вообще... Вот отпели так сильно. И бомбасные словечки. Кокошунко. Ну, хватит вам, друзья. Посмотрели и будет. Будет что поинтереснее. Остановимся, покажем. Подъехали к очередной луже. Вот. Ага. Поехали потихонечку. Главное, пеньки. Поехали. Тут мы поедем за мужиками.
Мостильчик тут сделали. Так, вот это тоже, по-моему, что-то такое. Так, где мы тут ехали? Влево. По навалу. Да, по навалу. И прямо, прямо газу давай, и все. Не надо газу давать, потому что ты такую няшу сразу бульк и запрыгиваешь. Так, ну вот мы и подъехали, друзья, к самому вкусному. Сейчас вот здесь посидели, подумали. По над левой стороной там, конечно, шоколадно вкусно. Что, на пониженной или на повышенной? На пониженной. На пониженной. И включаем на пониженную. И, как говорится, второй раз надо по-любому проехать, потому что еще тут не один раз придется кататься. А когда ты уже второй раз проехал, уже понимаешь, где, чего и как. Вперед, друзья. Ох. Вот здесь нам нужно до Бора доехать. До Бора доехать. Сейчас вот мы возьмем немножко левее. Левая. Вот прямо по траве езжать, прямо по траве, вот по этой, прямо посередине. Я понял. Надо, чтобы на траве ничего не торчало. По траве, по траве. Сейчас газу давай. Газу давай, чуть правее, газу, газу. Вот в эту шоколадку. Ох, как вкусно! Хорошечно! Ну, а теперь потихонечку заезжаем в этот мостик. Чтобы, как говорится, все было пучком. Прибыли, друзья, мы к одинокому рыбаку и к одинокому охотнику в гости. Вот его хоромы. Наконец-таки мы доехали. Ух, как тут дико, как тут классно. Там течет речушка, мостик. Где-то здесь озеро. Будем рыбачить. Ой, сказка. Ой, зайти на траву. Но я вам потом еще все покажу. Вот у нас первый дымок. Приехали, растопили печку. Как бы все хорошо. Пойдемте зайдем в гости к нашему хозяину. Ух, все самобытное. Но печечка у нас такая, друзья. Русская печка. Дымок уже так стелится. О, тут мы будем отдыхать, жить, работать, помогать, рыбачить. Я даже не понял. Вот такой, понял, как у тебя вот так вот. Дунк. Проверяем. Рыбачину. Как говорится, доброе утро. Мы пожарим ее в сметанном соусе. Бац ее сюда. По-моему, даже вкуснее, чем было в той избе. По траве ничего не торчало. По траве, по траве. Сейчас газу давай. Газу давай. Чуть правее. Газу. Газу. Утро раннее. Небольшой моросящий дождик. Но он нас не пугает.
поставила зеркала на квадроцикл, чтобы видеть обзор, как убегать, кто за нами гонится. Сейчас едем по направлению к озеру. Хозяин остается в избушке, убирается. Ну а мы поедем рыбачить, проверять. Тут такие колючки, репейники есть. Ох, как они нацеплялись вчера. Нацеплялись вчера на штаны. Колючие. Мостик такой, потом покажу. Давай кофе тоже. Глянь наружу. Наш утренний завтрак, друзья, забыл вам показать, приготовить. Мы яичничку пожарили по-русски. Вот сейчас мы будем кофе пить. Кофе пить с лимоном. А куда молоко залить? Первый у нас завтрак. Да, много не лей. Молоко же забыли. Вот. Да, вполне. И отправляемся на рыбалку. На улице 6 утра. Вот. Виктор покажет нам сейчас дорогу. Скажет, идите туда, прямо и никуда не сворачивайте. Так, будем со сгущенкой. Печка у нас ночью грела, хорошо было, тепло. Друзья, въехали в бор. Смотрите, какая красота. Когда-то давным-давно здесь был пожар. Но лес выжил, лес живет. Такая красота, ну а мы едем, катаемся. Любуемся природой таежной. Изучаем обстановку. Ладно, надеемся, никого не встретим. Вон еще одна капа на дереве. Хом укутанная, такая, ну просто сказочная. Веточка обломалась. Кто-то веточку обломал. К нашему озеру, где будем сейчас рыбачить. Дна здесь нет. В свое время сюда упала комета. Комета мечта, комета щука. Сейчас мы собираем снасти с Андреем. Он достает своих супер крокодилов. Пока собираемся на рыбалочку. Эли, ты же пишешь? Среднего доставай. Доехали мы до Кувшинок, перебрались вообще на другую сторону озера. Начинали мы там, перебрались вдоль леса, барами, покатались по бору. В общем, сказочно. Ну тут вот рядышком, и вот он лес, что тут 10 метров. Сейчас попробуем покидать здесь, что получится. Первый заброс должен быть удачным. Проверяем.
когда тихо забрасываешь. Была. Была. Есть? Есть. Отлично. Небольшое что-то такое. Окунёк. Ух ты. Хорошо сидит. Доброе утро. В двух местах зацепилась. Такая уже не убежит. Отлично. Опа! Есть! Ух ты! Красота-то какая! О, Андрюха! Идти к тебе? Я думаю, да. А? Да. Хорошая. Серьезно? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Молодой человек. Опусти подожди. Ружье. О, смотри, как она ее схватила. Хорошо. Хорошо схватила. Молчит пока. Надо воблера сменить. Но я две поймал, как одну Андрюша. Окунёк. Батенька окунёк. Прямо возле берега схватила. Тихо, блин. Чё ты колешься? Вот такого окуня мы вчера засолили. Вот его можно будет тоже посолить. Окунь соленый, вкусный. Особенно вот так вот в малосольном виде. И прежде чем он начал цеплять ракуш, схватило, то уже там ничего страшного. Есть! Есть! Опа! Есть, друзья! Андрюша, есть у меня! И что-то такое серьезное! Я даже не понял. Вот такой, понял, как у тебя вот так вот. Дунк. И все. Так у меня там леска-то до брючья. Ладно. Отпускаем щучку. Да.
что это такое. Что это такое? А, есть, 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 есть. Опа. Фу, блин. Поводку хердык. Че? Оторвало. Оторвало вместе. Что, большая была? Ну так, да может такая же. А как так? А вот так. То есть не выдержала, короче. Че? Не выдержала. Оторвало. Прямо возле берега. И блестенка ушла. Нихуя себе, здорово, что ты, блядь, я так не знаю. Нет, чтобы не было натяжки, чтобы взять ее спустить. Правильно? Есть? Угу. Давай, давай. Хорошенько. Нет, такая же, полторушечка. Сачок-то не взяли? Сачок здесь. Да? Успеем? О, нифига себе! Это покрупнее. Угу. Может, там у нее моя блесна? Нет. Так. Ну вот такую. Андрюша поймал. Чуть-чуть покрупнее. Ну, грамм на 100. 150. Как ловить? Да. Что? Помочь? Я бы шуху, она мне крючок засадила в руку. Давай я ее убью. А, щуку держать? Держи ее даже два гола, чтобы она не шевелилась. О, я поймал. Поймал, друзья. О, друзья! Ну это уже 2,5. Бля, она ее, короче, пополам. Я даже теперь боюсь их трогать, судя по тому, как ты весь покусанный, покоцанный и помеченный. Вот так, друзья. Мы с Андреем катались, катались, ходили, ходили. Вот такой трофей. Ну, я, если честно, таких не ловил. Смотрите, она ее взяла поперек. Поперек и не отпускает. Ну, это... Блин, у меня, опять же, все в квадрике. Блин! Елки-палки. Ура! Так, надо ее улететь. Закину тоже сюда. Опа, садок давай, сечок. Так, ребята! Смотрите! Вот.
еще один крюко. Вечереет. Время 3 часа дня. Поспал сегодня немножко. О, какие тут люди щуку чистят. Ага, нарыбачили щуку. Во, сейчас мы пожарим ее в сметанном соусе. Чур жарить буду я под сметанкой. Так, здесь у нас идет чистка рыбки. О, красотка. А там мостик на ту сторону. Так, сейчас куда-нибудь поедем. Куда-нибудь пойдем. Сейчас покушаем сначала. Еще не завтракали. О, не завтракали. Здесь у нас была летняя кухня. Ага. Вы тут кушали? Нет. Мы здесь хлеб пекли, варили, готовили. Рыбу готовили? Все готовили. Все, что можно, да? Да. Печка. Каменка. Все жало. Летняя кухня. Была. 20 лет она людям доставляла готовность покушать. Нет, кушали дома. Ну понятно, кушали, готовили же здесь. Хлеб пекли здесь. Хлеб пекли, вот даже хлеб. Хлебные, формы. Хлебные формы. Ну сейчас завал здесь. Хлеб, печка. Хлеб пекли прямо сюда наверх ставили, да? Почему? Внутри? А, вовнутрь. А. Вкусный был хлеб? Нормальный хлеб. Отлично. Вот такая здесь рыба сушилась. 20 лет. Ой. Ага. Ой, шайка. Пойдем. Всякие вешалки. А это в каком году вы начали? Ну вот строить. В 2000-м? В 2000-м году люди начали здесь строить, облагораживать землю, жить. Здесь дрова кололись. Ну и сейчас, коль для собак. А что такое стайка? Ага. Здесь же у вас поросята, козы, куры, кролики. Воробьи даже нас не боятся. А здесь двор был, да? Ну, то есть я имею в виду для выгула скотины. А здесь кто? Склад под крышей. А, ну всякое барахло, что. Скотину запускали, когда дождь. Ага, пряталась. Потом склад. Рубероидная крыша. Крыша пластиковая, руку валяется у нас. Ага. Ну здесь тоже у вас всякое. Да, вся мелочь, гвозди, железки, рамы от окон, пустые ведра, фонарики. В общем, все, что кто что-то. Даже вот такие светильники. Ух ты! Красота! Керосинки. Супер. Всякие канистры. А сейчас, конечно, это все росло. Стайка за рыбу открывать не надо. Ключи не взял. И там тоже, да? А? И там тоже самое. Собаки. А, тут собачки жили. Будки такие. Вот тут собачки жили. У них были свои утепленные вольерчики. Тоже лайки, да? Да.
А палати так и были открыты у вас? Ну вот сверху. Это да. То есть снег туда задувало? Нет. Это же южный склон. А, южный. Ну там получается палат. Что там, труба тоже, печка? Печка вставили. А там насесто, наверное, всякое такое, да? Там клетки, насесты, отделы, блядь. Прям все серьезно так. Нет, да. Ну а потом как-нибудь. Там банки сушатся на заборе. Сказочно. Там уже металлолом. Забор повалился. Ага, но все равно банки. Видишь, сколько банок. Банки будут на каждой кучке. Есть забор утеплено. Здесь тоже. Что, просто негде было хранить или просто так было удобней? Ага, ну на зиму. Баня уже покосилась. 20 лет. Она открыта или закрыта? Тоже закрыта. Баня, она открыта как-то, она не зайдет. А. Все понял. Она дроет. О, здесь у них здесь тамбур такой. Был перебанник. Все, весь хлам сейчас. По черным там, что ли, баня была? Почему? Там печка. А стена. Почему черные стены? Стены черные, почему? Рыбу сушили. А, коптили? Не, сушили. Ну ладно, хорошо, сушили. Ну, она же черная не может быть? Ну как не может? Ну ты сушил, просто же повесил или коптил ее? Просто сушил, а все равно дым попадает. А, ну то есть тут открывал баню, затапливал, а здесь сушилась рыба. Грибы. А, грибы. Грибы, рыба на улице сушилась. Угу. Ветки были. Даже лодка. Как осиновка? Она, куда ты на ней ходил? Хоть куда? Такая лодочка. Угу. Это все вода разливается, да? До бани. До бани. И ты прямо отсюда садился и рыбачил. И на пят. Здесь вода в штапа идет. Угу. Сейчас штап. Понял. Ну так, друзья, человек 20 лет прожил без выезда. Ну, когда только нужно было. Раз в год за продуктами на вертолете прилетал. Сковородочка есть, сметанка есть, лучок есть, так, лимошку. Тоже щуку? Нет, лимошку чай есть. Заши. Ну, можно и в щуку. Хорошим продуктом. Вон лимонная кислота есть. Хорошим даже. Продуктом. Даже лимонная кислота есть. Щуку не испортишь. Какой-то ведерко есть. Так, сейчас порезать щучку.
А он их, интересно, распотрошил. Вот же еще ведерко какое-то. На сковородочку. А? Витя, есть тарелка большая, да? Ох, сейчас чайку попьем. Пожарим, пожарим щучку под сметанкой. Природа сегодня, погодка классная, теплая. Тарелочку принести под печеночку. Готовим щучку под сушку. Таких надо красавчиков сейчас почти разрезать и помыть и положить сушить, солить. А доска разделочная есть? Доска разделочная. А, все, нашел. Нашел, нашел. Так. Достаем щучку. Щучка и корочка, печеночка. Вот сейчас вот мы осушим. Ну да, рыба скользит, стол под наклоном, даже на кухне там тоже скользит. О, красотка. А вот эту я поймал, и эту тут тоже я поймал. И вот эту крупнику тоже я поймал. Так, и корочка вот у нас, печеночка вкусненькая. Пожарим ее. Смотри внимательно. Так, смотрю и наблюдаю. Я сюда. Вырезаем хребет, получается.
никогда не выряжаем. Забирай. Это тоже готово? Угу. А, блядь, что-то голову. Лучше забери печень сразу. Ну все, тушка готова. Голова собачкам. Тушка на чистку. Так. Опа, мой нож занят, нахуй. Дай. Все, он где нужен пользуется. Или бери он тот. Хорошо. А то я все тут. Хорошо. Надо даже лучше. Ну а тем временем. А сегодня последний, Витя. У нас такие брюшки, тушки. О, красота. Птичкам нам дадим. Может, лисички придут. Только не сегодня. Так. Есть такое дело. Следующий этап. Так, пол. Брать надо. Завершающая. А, это то, что ли? Да, то же самое. Точно так же его. Горбатый. Сделка окуня для засолки. Распорка. Чик. А я подумаю, что для чего везде гвоздей понатыкано? Вот оно для чего. Это ж вообще так удобно. И все. Да? Хочешь позвоночник вытаскивать, хочешь что? Ну, это не надо вытаскивать всяких. Пошарлочек. Ну, понятно, да. Ну что, немножко печеночки. Сейчас вот как раз вторая часть партии. А это Мишке отдадим. Курочкам, собачкам. Сковородочку Андрюха сегодня намывал. Так, нам нужен лук. Где-то я видел лук. Где-то я видел лук. Где-то я видел лук. Лук мы пожарим. Сначала, конечно, мы обжариваем. Щучку. Так, и в итоге у нас есть щучка, луковица, картошку мы сейчас для шулюма готовим. Сейчас посмотрим, что у нас там шулюмчиком варится. Варится у нас сегодня глухарь. О, глухарь варится. Тем временем Андрей подготавливает площадку для засолки рыбы. Все в спартанских условиях. Все, что есть. Отлично. А вот зверобой растет. Если кто подскажет рецептик чая из зверобоя, говорят, тонизирующий напиток можно делать. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Сегодня я его сорву, увезу в город. Через пару недель попробую сделать чай по вашему рецепту. Так, сковородка чистая.
дальше я помру. Отлично. Берем масло. Яжечка, вот мука. Ага. Соль. Уже соли? Да, можешь высыпать сюда или как сюда будешь. Я сюда макать. Дело твое. Можешь откуда муку взять, можешь мешка, откуда угодно. Плохая, может хорошая. Выкидывай нахуй. Давай. Почему? Свежую. Давай свежую. На, свежую муку. Выкидывать не надо? Вообще, всякие нет. Бывают деньги. Кстати, в камеру попал, блин. Ругайся. Что нежелательно. Не люблю это. Потихонечку обжаривается. Так вот, выкладываем щучку нашу пойманную и посыпаем солькой. А солим только с одной стороны, снутри. Подхвост маленько побольше. Угу. Окунек. Красота. Ох, какая жирненькая красавица. Будем этим питаться. По крайней мере, с голоду мы точно не умрем. Второй у нас тоже будет еще одна сковородочка. Значит, мы сделаем две щучки. Так, переворачиваем рыбку. Ох, какой аромат. По всей избушке. По всей избушке свежей щуки. Аромат. Рассыпчатая. Это самая вкусная щука. Она другого цвета. Не белая, не спортивная. Можно чуть-чуть лучка сюда. Обжариваем. У нас немножко томится лучок, заодно поджаривается вторая сторонка щучки, лучок тоже у нас протамливается, потом подготовим сметанку. Да будет свет, сказал мастер, включил лампочку. Так, ну щучка у нас прожаривается, сейчас мы ее поливать будем сметанкой. Лучок уже запаривается. Хорошо так. Здесь уже хорошо. Этот кусочек можно перевернуть. Так, ну что ж, теперь можно готовить сметанку. Пора сметанку. Ну хорошо.
А? Лук нашел. Кто прошел? Лук нашел? Конечно, все нашел. Рыбы не отступите. Опять пролез к ноге. Ну вот мы полили сметанкой, и сейчас она потихонечку начинает томиться. Конечно, тут огонь не убавишь, потому что готовится все на печи. Поэтому здесь нужно контролировать с помощью подбрасывания дров. Помыли, отмыли ее и накрываем. О, она как раз прямо отсюда. Засекаем 10-15 минут. Просто чуть-чуть посидеть капельку. У нас сейчас еще будет жариться щучка. И у нас есть икорка с печеночкой. Тоже сейчас в таком же пожарим. Хорошо сегодня. Первый день на природе в тайге. Вчера был день заезда, путешествия. Сегодня мы живем. И кушаем то, что добыли. Ну, а мы пойдем посмотрим, как наша щучка. О! Ах, yes! Так, надо тряпочку. Тряпочку. И помешать. О, теперь мы ее перемешиваем. Угу. Ароматный такой. Вкусно. И будет готово наше блюдо. Бульк, бульк. Ну, а мы приступаем кушать. Идем пробу. Да. Что тут я наготовил? Я бы не пробовал. Так можно. Нормально ли на соль, нормально ли на соль. Так, пойду тоже тарелочку. Все хорошо. Хорошо. Надо тарелочку мыть. Так, я надеюсь, ты не солил? Нет. Это соль? Да. Свежая. Свежая, не сбитом. Приятного аппетита. Да. Что скажешь? Вкусно? Еще не знаю. Острота ощущения. По-моему, даже вкуснее, чем было в той избе. Ну что, друзья,
Вот я и приготовил вкусную щучку. Всем приятного аппетита. Ну что ж, у нас получился хороший ужин. Вот, печень пожарили, щучку пожарили. Сейчас кушаем супчик. Ой, отменный супчик, прям с глухарем. Ух, бодрящий. Всем приятного аппетита. И потом спать. Дорогие мои друзья, у нас наступило утро 6 утра. И нам пора выдвигаться обратно на базу, где стоит наша машина, за остатками продуктов, грузов, которым мы не забрали. Сейчас мы его погрузили, разогрели наш квадроцикл. Сегодня выпал морозец, наверное, ноль был. Все инеем покрыто, все травки блестят, снегоход тоже, ой, квадроцикл. Везу я с собой гостинчик в виде бонсая. Очень красивое дерево. Посажу у себя дома. Ну, в общем, а у нас полноценное хозяйство. Кто-то травку косит с утра пораньше. Милое дело, порядок наводим. Так жизнь и протекает. Ну, и мы тоже погнали. Нам 3 часа туда, 3 часа обратно, по болотам, по болотам, по болотам. А какое утро? 6 утра. Сказочно. Тихо-то так. Кричать здесь нельзя. Здесь кругом зверь. Он не должен нас слышать. Доехали до очередной ямки. Поехали посмотрим, что у нас тут. Уху, лужица такая. Потихонечку, натяжечку. Идем. Выходим. Лужа остается у нас позади. Даже без напряжения. И впереди какая-то няшка. Вот здесь вот, по-моему, мы ныряли. Так, здесь вот я брал. Куда проехал? А, точно, давай. Давай ее объедем. Вот в эту, ребят, я вам не дам возможности посмотреть, как мы в нее заедем. Мы сейчас вот сюда, лесочком. Как бы, я, по-моему, здесь на дыбы вставал. Поедем вот сюда, тут мужики уже протоптали дорожку. Ой. И мы за ними следом, потихонечку. Все, выехали. В следующий раз. Так, ну вот мы и подъехали, друзья, к самому вкусному. Сейчас вот здесь посидели, подумали, как чего мужики тут вот здесь через это болото ехали. А мы поедем, как мы сюда заезжали. По над левым стороной, там, конечно, шоколадно вкусно. Сейчас я даю оператору камеру. Что, на пониженной или на повышенной? На пониженной. И включаем на пониженную. И, как говорится, второй раз надо по-любому проехать, потому что еще тут не один раз придется кататься. А когда ты уже второй раз проехал, уже понимаешь, где, чего и как. Вперед, друзья. Ох, вот здесь нам нужно до бора доехать. До бора доехать. Сейчас вот мы возьмем немножко левее. Левая. Вот прямо по траве езжай, прямо по траве, вот в этой, прямо посередине. Я понял. А чтобы в этой траве ничего не торчало? По траве. Сейчас газу давай. Чуть правее, газу.
газу! Друзья, мы сделали это второй раз, и второй раз мы сделали это вообще красиво. Замечательно, сейчас переключу. О, адреналин в крови прям. Так, что мы тут, прямо или левее? Левее. Андрюш, как впечатление? Да что ты, Карлович, все нормально, ты, блин, только боялся. Я не боялся, я просто чутка попереживал. Загрузились мы, попили чайку. Возвращаемся обратно в тайгу. Опять по этим кашкам. Квадроцикл отдохнул немножко. Что-то кузов резинки не наш. В общем, двигаемся. Вручаю камеру Андрею. Ох! Вперед! Никто не трус, но я боюсь. Заплата отклеилась. Где вот этот? Крупная, толстая, с тонким. Ну, я как и предполагал. Ну что, друзья, погнали. Так, на пониженную. Так, что здесь, может, теперь левее взять? Все нормально, езжай, как положено. Езжай левее. Там смотри, наместили, поднимаемся по мостику. Все, берем вправо. Круто, вправо бери, еще круче. Вижу, снес меня. Не надо туда. Ты куда в речку поехал? Ты в речку поехал, молодой человек? Это все в речке. Вперед! Вперед! Нейтралку поставь. Мы все-таки назад? А куда ты на сплыв не пошел?
Давай вперед. Тихонечко. Назад. Убор, видишь? Давай. Еще назад. Назад еще. Вот, чтоб нам колеса вывернуть. Тетя, сюда заезжай. Тетя, сюда, налево, вперед. Вперед. Давай тогда вот так, вот так вот правишь вот руку. Вот так, вот так, вот так, вот так. Всё, блядь. Залезть. Это, друзья, что-то с чем-то. Ощущение. Юха! Мы выбрались! Ва, страшно было? В речку, да зачем заезжать-то? Ну блин, понесло меня туда, понесло, стащило. Я так и понял, что тебя понесло туда. Друзья, это было великолепие. Останови. Ой. Это было великолепие. Ощущение. Квадроцикл вообще настолько на попа стоял. Не знаю, что там Андрюша снимал. О, нормально, все четко. Квадроцикл выехал. Пойдемте покажу. По какой няшке проехали. Красота. Ну вот, для таких дорог, да, существует квадроцикл. Когда тебя просто и влево, и вправо, и просто ты можешь зарыться. Немножко назад, немножко вперед. И он потихонечку выехал, да. Здесь я вам скажу, как это там, любители Волги, джипа, говорят, мы тут на легковом проедем. Зимой, да, когда-то все замерзнет, можно и проехать. Но сейчас только внедорожник. Ну что, все, поехали.
страсти закончились. Нам вперед 3 часа в пути домой. В избушку. На рыбалку. Поехали на рыбалку. Так, друзья, у нас тут очередная преграда. Довольно-таки глубокая ямка. Вот. Сейчас мы ее попытаемся проехать. Тут такая торфяная. Тут. Ух ты. Сейчас я ее. Ух, красота. Красиво. Ну да, здесь еще не сильно раскатали. Не сильно раскатали. Замечательно. Ну вот, вот, по-моему, и внедорожник. Бездорожник. Поехали. Со стороны было красиво, чем сверху. Порулить потихонечку. Ну такое, детская лужица. Выезжаю, красавчик. Вот теперь мне нужно тут тоже перепрыгнуть все эти кочки. Ох, и двигаем дальше. Еще у нас будет что-то впереди, одна, может быть, две. Что-то такое интересное. Я постараюсь слезть, показать объективно. Вот. Не только сверху, но и сбоку. Вот. Едем дальше. Так, сделали небольшую остановочку. Увидели следы небольшого медвежонка. Вот такой тёп-тёп лапками своими. Топ-топ. Шёл так. Нежно. Прям так. И ушел туда влево. Прям чувствуется свеженький. Даже вот след такой еще отпечатался очень хорошо. Это сегодня утром он шел. И откуда-то оттуда. О, только приехали на дороге. Так, кушать хочется. Вот вчера, которую жарили. Печеночку с корочкой, щучкой. Сейчас прям за счастьем уходит. Ляпота. Хороший повар вчера жарил. Сметанка. Лучок. Он сейчас что получается будет? Перевешивать, да? Я буду перевешивать. Ну вот. Кажется, я перекусил. Немножко отдохнули. Поспали после путешествия, поездки. Квадрик наш тоже отдохнул. Тем временем Виктор повесил уже сушить рыбку. Наши щучки. Вот так вот. Она сейчас провялится. За ночь она просохла. Ой, подсолилась. Сейчас она подсохнет. Уж завтра можно обедать. Солененькая рыбка. Так, это наш улов. Вчерашний. Сейчас мы тоже сено сегодня накосили. Коровок пойдем кормить. Ну, тем временем мы сейчас быстренько перебиваемся по чайку с лимончиком и берем наши снасти и вперед на рыбалку. Пробовать доставать наших крокодилов. Ну, посмотрим, кто будет. Вечерний клев. Thank you.
Есть. Андрюха. Хорошая. Да. Давай. С той стороны. Давай. Только наверх вытаскивай. Ты поднимай. Вот она. И там. Какая торпедица. Есть? Да. Она отцепилась вроде уже. Да плевку. Или за живот хватило? Фух, красотка. Да, за живот. Э? За живот, она пролетала мимо, промахнулась. Где вчерашняя труба была? Косодака я вот сюда вложил, вот две штуки. Одна из них. Вот это да! Вот это да! Ой, у меня даже уже тяжело! Вот она, ближе к пятерочке. Да, это четверочка. Офигеть! Вот это удар был. Покажешь потом на камеру? А? На камеру потом покажешь. Да, друзья, вот и вечерний выход четверок. Осторожно. Это тебе. Это вам... Что оторвало? Оторвалось, говорю. О, выскочило. Крючки разгибает. Вот. Прям все крючки. Все с крючками. Вот вам, друзья. Хороший. У меня, кстати, есть весы. Сейчас давай взвесим. Да, взвесим. Да, я говорю, не знаю. Вот это килограмма 3,5. Ага. Это не ее. Одеть. Три триста пятьдесят пять. Ну, почти 3,5. 3,335 щучка. Ну, это уже приближенная к четверочке. Значит. Крючки были, конечно. Осторожно начало брать, а? Оп! Удар. Схватило. О! Yes! Угу. Что это такое? О! Ты поднимай ее, поднимай, чтобы я видел, где она. Хорошо. Там вот она. Ого! Волны какие! Вау! Ух! Торпеда! Есть? Нету. Ушла! Легко сходит, подожди. И понятно, как она работает. Опа! И попробуем оттуда. С берега. Есть, друзья! Наконец-таки уточка сработала!
Обалдеть, блин, отпустила. Уж сработала удочка. Сработала. Я ее все-таки выдразнил. Уточка сработала, значит, можно таким образом ее дразнить. Но снизу ее атакуют. Опа! Второй раз сработало! Второй раз сработало! Второй раз сработала уточка. Хороший вариантик был. Да. Интересно. Задразнил я ее, задразнил. Двадцать лет на этом месте работал человек. Старался, что-то думал, воспитывал семью, детей. Ухаживал за огородом, косил сено. Здесь очень плодородная земля. Глубоко в тайге. Но сейчас один бурей, ковыль и ветер. Когда-то здесь жила молодая хозяйка. Мыла баночки, вешала на забор, сушила, закатывала грибы, помидоры, ягоды. Но время забирает свое. Покосившийся забор, упали баночки, и никому это не надо. Только ветер. И цивилизация, ворвавшаяся на мгновение в эти просторы. Когда человек не живет, время забирает все с собой. Покосившийся туалет, покосившаяся изба, покосившийся сарай, баня, все уходит в небытие. Нет человека и нет жизни. Этим топором рубили дрова для согрева печки зимой. Но уже много лет его никто не брал в руки. Так и лежит он, ждет новых хозяев, новых путников, рыбаков, охотников. К сожалению, таковых тут не имеется. А дрова как лежат, так и лежат. Прогнившие, покрытые мхом и плесенью. Выброшенная за борт. Конский щавель. С него заваривают вкусный чай. Даже теплица была у людей. Жили, что-то сажали. Выращивали урожай. Да. Время забирает свое. Улов рыбака. Посолил, посушил, съел.
Сегодня Андрюхина очередь готовить вкусный ужин. И он готовит его суп. Суп с глухаря. Здорового такого индюка. Картошечка, морковочка, помидорчики, лучок, глухарь, приправки, солька и вермишелька. Сытно будет. Вкусно будет? Очень. Очень. Нам где на три хватает кастрюли. Вторую кастрюльку запариваем. Ох. Скоро лисы придут за нашими объедками. Кипит? Картошка молодая, этого года. Так, супчик у нас прям о-хо-хо. Бурлит. Поджарочка делается. Можно попробовать? Пробу снять. Разрешите. Так. Жестковатый. Но есть можно. Это черное мясо или белое? Да. Да, что? Белое или черное? Черное. Угу. Вот и славный ужин. По мисочке. Супчика себе с глухарем. Ох, вкусно. Кушаем все прям. За ушами хрустит. Лиса пришла. Какая борьба в одиночку. Сам вытянул почти четверочку. Ну, три с чем-то однозначно. Как она красиво вела. Фух, поигралась она со мной, поигралась. Такая красивая щучка. Ну вот, без помощи кого-то сам вытянул. Вот это адреналин. Класс. Мешкин кот. Что там уже рассвет? Ё-моё. Уже светло. Сколько время? 7 утра. Пора на рыбалку. Где все? Доброе утро, Андрей. А куда щука делась? Большая. Их же было 5. Да. Большой нету. Только 4. Самая крупная нету. Спасибо, лиса. Да, 5 штук было. И причем самую крупную выбрала. Ну, да. Зачем ей ведро? Когда с подноса можно утащить.
Твой улов убежал. Точно, а я что-то даже это... А я что-то посчитал, думаю, странно. А что-то тут все мелочевка. Лоси, короче, ходили прямо по мостику. Ага. Через мостик ходили по речке. Вообще. Сегодня, что ли? Да почему, Сережа? А, вообще раньше? Вот они и продавили его. Ну, я кофеек сейчас поставил. Проснулся. Доброе утро, как говорится. 7:15. Попьем кофе, выдвигаемся на озеро. 2 километра на квадроцикле. Часик рыбачим, возвращаемся и занимаемся другими делами. Лесо-то пустовато, надо подкачать. Там все нормально. Где-то и как-то рано слышать. Вот это было грубовато. Сейчас потому что болото твердое будет. А снасти ты уже положил? А? Снасти положил? Ну все, поехали. Камеру включил? Так, осенью зачетный вечерний улов. 2 трешечки и 2 в районе 2. Одна такая золотистая. Уже ее кто-то коцал. Вторая посветлее. 3-я худышка. 4-я помпушка. Собирать внуку. Внук заказал брусники. Говорит, дедушка, не возвращайся без брусники с тайги. Он, дедушка, ради внука поехал собирать. Ну, а мы пока чаек попьем. Берем, заменили блесну, опять ту, на которую вчера ядовито. Мне что-то вчера почему-то не внушает доверие. На нее как-то более активно клевала. Она такая тарахтушка. Пойдем на нее пробовать. Доставать свои 2. Чай отменный. Так, я вчерашняя одела. Что-то вчера у нее хорошо так пошло. Так, ладно, тут я сейчас... Я тебя сделаю по-своему, по-русски, расфокусирую. Ага. Чтобы по надежности было мне, самое главное. Будем рыбачить на такую блесну. Вчера на нее хорошо так хватало. Сейчас посмотрим, что сегодня по ней скажет. Под берегом взяла. Андрюха тянет очередную щуку. Ох, как она плюхается. Хорошая. Ох, резвая.
Молодец, достал. Хороша чертовка. Верю, верю. Андрюха, борьба. Борьба с хорошей щукой, блин. Садок бы ему притащить в хорошем варианте. Бегу, 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 бегу. Лучше, получше, чем первое. Угу. О, захватило. Вот это да. Ну, бог вам помощь по вытаскиванию воблера. Держи. Мы пошли рыбачить. Да, мучайтесь. А, подними! А? Подними! Хорошая! Цвет какой хороший! Загар! Небольшой привал. Слишком холодно. Ноги мерзнут. Руки стынут. Рыба не клюет. Так, делает легкий удар. Нашел тут себе хорошее укромное местечко. Заваленный пенек. Кстати, сегодня 27 число. День змей. День гадюк, вообще весь всех змей. Вот решил спрятаться от ветра, от холода, пока Андрюха уехал по ягоду, налить себе чаю, согреться немного. Тишина такая, где-то поверхностный ветер так дует. Над макушками, но озеро тихое. Легкая-легкая рябь. Можно сказать, практически штиль. Фух. Красота, тишина и ни души. Нож подарили, чтоб я в лес без ножа не ходил. А то с одной камерой шибко не защитишься ни от кого. Ну вот теперь я вооружен. Удочка, камера и ножик. Сегодня я сделал малиновый зверобой. Японский щавель и 5 ложек сахара. Можно было вообще без сахара. Он и так. Пойдемте. Щука не клюет. Мы взяли комбайн в руки. Пошли собирать. Погнали дальше. Вот. Вот так собрали. Вот. Бегай вокруг кочки и собирай. Красивая такая. Вкусная.
полезем с вами через буреломник. Что-то здесь какая-то стоянка была когда-то в Советском Союзе. Нагребли здесь трактором. Железки валяются. Печка буржуйка. О, здесь остатки цивилизации. Буржуйка. Подвальчик чей-то. Угу. Ну вот, заваленная избушка. А может, времяночка. Тут сейчас не поймешь, что тут было. Может, просто столовка была. Стен, по-моему, не видно. Было только каркасная крыша. Гвозди, тарелки, кружки. Остатки кирпичей. Наверное, здесь, когда леспромхоз стоял, у них тут что-то типа дежурной столовки было. Ну или что-то в этом роде. И выход у них тут такой был берег. А вот здесь вот венец лежит. Значит, здесь или собирались строить избу, или была изба. Или изба под землей. Сейчас посмотрим. Потому что вот оконная рама. Оконная рама. Да, сюда приезжают порыбачить. Ну, песчаная. Вон песок. Песок на дне. Так вот тут щуки гуляют. А нет, я еще на один танер рыбацкий нарвался. Вишки. Мне тут уже очень-очень много лет. Это не стану. Дрова уже разложились и почти сгнили. Здесь, я так понял, рыбаки готовили покушать. Ну, а здесь они восседали. Стол у них тут был. Ели, кушали, общались. Водку пили. Хотя водки и бутылок не видно, молодцы. Почти порядок. Может, закапывали? Но это тоже правильно. Уж лучше закопать, чем кучу накидать. Вот такой. Там рыбацкий. А может и не рыбацкий. Может тут когда химари работали. Вон сколько у деревьев смолы пообдерано. Возможно, химари работали. Направляют же
на всякие работы коммерсанта, добычи смолы и тому подобное. Захотелось мне на мостик зайти. Андрей говорит, тут нужно особенной дорожкой идти, лосиной. Тут лоси ходят вот так. Так, что у нас тут? И тут почти сухо. Вот. Тут мы дошли. Такая речушка. Мостиком. Думал, с удачной ему кинуть удочку, покидать. А здесь одни кувшинки. Одни кувшинки. Так. Ну ладно, давайте тут пройдем. Тут по травке. Травушки-муравушки. На мостике. Знать бы теперь, в каком состоянии мостик. А, нормально. Ходить можно. Ну все. Такие кушеньки. В обратную сторону. Надо сходить посмотреть, что в этом лесу есть. Тут не оступиться. О, сколько голубики усыпано. Сыпано голубики. Собирай, не хочу. Возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Полазили трохи. И будет. Ноги смотрим внимательно. Пришли. Пришли. Ни окунечка, ничего. Что, можно мастер-класс брать, да? По сбору ягоды. Конечно, поймал. Не, да я знаю дорожку. Тут же лосина топтали. Вот и вышли. Пора ужинать. Щучка, наверное, уже подсохла. Надо попробовать, не пробу снять. Ну-ка. Вчерашняя. Ну да. Можно срез сделать. И первую пробу снять. Лисичка стоит.
такой неохотой бьет щука. Какая борьба! В одиночку! Сам вытянул почти четверочку. Ну, три с чем-то. Однозначно, как она красиво вела. Фух, поигралась она со мной, поигралась. Такая красивая щучка. Ну вот, без помощи кого-то сам вытянул. Вот это адреналин. Класс. Что у нас тут сегодня за улов был? Ох, как она мне хорошо потаскала. Прям далеко взяла. Далеко взяла. Так. 3.35. Вот такую щучку я сегодня взял на трешечку. На трешечку. Очень замечательно. На 300 грамм меньше, чем у Андрюхи. Еще разок. Даже повторим. Красотка. Все-таки я ее добью. Добью. Как хорошо. О. Позитивненько. Ну такая. 2-шечка. Хорошая. Местная. Вся красная. Ну вот. Ладно, на приятной ноте то, что хоть тычки были. А то уже прям заскучали. Скажу, такой хороший экземпляр. О, все-таки я тебя дождался, дорогая. Фух. А напоследок я скажу, блин, какое ощущение прикольное. Классно, но это не местное, это шустрое. Это шустряк.
Друзья, у меня еще одна поклевочка. Сидит. Хорошая сидит, я скажу. Вау! Вау! Вот это кобыла! Вот это кобыла! Блин! Вот это кобыла! Так, вверх ее. Потихонечку. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Это что было? Да. Да, друзья. Еще одна крупнее. Эндрюс. Андрюха. Ёшкин кот. Клев пошел. Ё-моё, это 3 килограмма где-то смело. Такая трешечка. Вообще, зачет. Фу, на воблер. Косодака. Да, взяла с глубины. Так, ее бы теперь аккуратненько вытащить. Что там она? Тихо. Да тихо ты. А, блин. Тихо. Я знаю, что ты сильная. Тихо. Сейчас я крючочек вытащу и потом дергайся себе сколько хочешь. Вот туда. К подруге своей. Ху-ху-ху. Вот он. Рыжий воблер. Фу. Ё-моё. Ёшкин кот. Чинно-чинно. И всё-таки я их достал. Свои утренние поклёвки. Богатырского азарта. Ну да, на течение идти. Две штуки. А? Две штуки. Две штуки? Трешка и двушка. Она, наверное, только вот-вот пошла. Прикинь, как я эту тащил, бля, она тут вообще такие финдиперсы. Но я ее сделал. Все сработало? Да. О! Чинно, чинно. Еще эта камера падает, оператора нету. Камера не стоит же на болоте. А, тренога падает. А я ее. Я, короче, прикинь, ну она цепанула большая. И я бросил, ну как бы удочку держу в руке, а сам пока камеру выставляю и не тяну. Она стоит спокойно. Я выставил камеру, потом начал тянуть ее. И вот она. Да. Иди сюда потихонечку. Дал ей хапнуть. Потом я отпустил, дал ей чуть-чуть разогнаться. То есть смотрю, она скорость набирает. Я думаю, на, мотай. А ты что, уже сложился? А? Сложился полностью? Конечно, все. Сколько время? Я тебе говорю, 2 часа. Че, серьезно? Час было там. Ты я шутишь? Шел. А, ну все, друзья, извините. Что-то мы увлеклись, да, тут с вами.
такой сегодня зачетный вечерний улов. Две трешечки и две в районе двух. Одна такая золотистая. Уже их кто-то коцал. Вторая посветлее. Третья худышка. Четвертая пампушка. Зунуть. Ну что, поехали в лес, друзья. Нас ждут друзья. Брошенная еда. Нет, секундочек, охотничья. Вот я. Добрались до какой-то избы. Старой охотничья. Чтобы здесь медведь не жил. Банки. Тут жили охотники. Вот так, в тайге, далеко в тайге, глубоко в тайге, уже муравейник, покосившийся. Ух, жутко. Такой срубик. Ладно, нам вперед. Нам вперед. Вижу прямо, поезжай. Вижу. Вот, вижу, вижу, вижу. Опять мы перебираемся через речушку. Опять мы через речушку перебираемся. А тут у нее не крутой подъем? Здесь нагрызено танками.
танком не вижу. Поднимись туда. Куда дальше? Дорога. Ой, что-то не вижу. Прямо. Давай, потихонечку. Через тенечек проехали. Здесь куда? Здесь вот дорога должна. Ну-ка давай, зад, срай. Прямиком? Прямо, прямо. Что ли? Нет, здесь дальше, здесь я просто на разведку съезжу. Хорошая разведка. Вот так вот, друзья.
начались. Какой тихенький смех. Вот обратите внимание, на деревьях полос. Это до такого уровня поднимается здесь вода. Вот такие оставляют следы. Легкий снег кружится. Мы по проторенной дорожке обратно движемся. Надо будет достать березку. Проезжай вперед. Стоп. Молодец. Давай березку достанем. Что там такой дрын торчит? Дай бог, куда попадет. Так. Все нормально. Все на месте. Мы все поперли, друзья, дальше. Какие здесь сосны. Ух. Его в 2 метрах течет речушка. Там очень глубокий обрыв. Говоришь, смотри на дорогу. Вот. Как бы сюда попасть? Выбраться можно, по идее. Но нам не сюда. Едем. Вот еще и края. Веселые соседи и добрые друзья. Потихонечку. Давай. Раз. Потихонечку. Перевал. Через перевал. И поехали дальше. Ну что, друзья, мы обратно принимаем решение на пониженную. И на Элечку. Давай. Вам, пожалуйста. Видеокамера. Колесики ровно. Так. Тут глянь, крутой спуск. Поэтому. Дорога влево будет. Да, да. А он у нас подойдет, Витя. Ага. Нарост обнаружил на сосне. Вах. Такой красивый. Понятно, что болезнь сосны. Такой твердый. Рост сосны. С этой стороны мох. Вот так он обнимает целую сосну. Да, интересно. Природное явление. Вот и заканчивается наше путешествие. 7-дневное.
в тайгу за край болота. Там, где живет старый хант. Побывали мы у него в гостях, покатались на лодке, порыбачили, съездили за кордон в тайгу, на болото, по барам, по божественным местам хантыцев. Погода нынче тепленькая, нам будет слазь в дорогу. Пока домик, пока избушка. Мы погрузили всю ягоду, щучку, что поймали. И отправляемся, друзья, домой. 7 дней таежной жизни за краем болота. Пока, домик. Возможно, еще когда-нибудь увидимся. Движемся по направлению к дому. Красавчик. Молодец. Я же говорил, тут ничего страшного. Нет, давай поснимаем. Нормально. Вам, друзья, впечатления, а нам немножко адреналина. Еще таких у нас мест будет очень много. Погнали. Тут песок, поэтому тут экстрима будет немного, но красиво должен быть. Как-то так. Самый сложный участок дороги здесь — это вот эта няша. Со всех сторон она квадриками намешана. Ни проехать, ни пройти. Каждый ищет свой путь сам. Вот я сейчас поеду левее. Хотя ребята предлагают прямо по этим бревнам, но там где-то труба торчит. Вот поеду сейчас сюда. Сейчас меня Андрюха поснимает. Ну, один раз я тут проскочил вообще по легенькому. Сейчас попробуем второй раз. Погнали. Поехал. И куда дальше еду? Вот на тебя, да? Да, вот там газу даешь. Перед лужей даешь газу. На первой. Газу! Газу! Натяжку! Очередную преграду выкопали на дороге. В том месте, где уже все накатали объездную дорогу, выкопали новую. Ну, нас это не пугает. Мы ее сейчас обойдем. Обойдем по болоту, так как болота сухие. Все равно мы обойдем. Михалыч, вот твоя перекопанная дорога, а вот я стою в болоте. А вот тут я сейчас и выйду. Борьба за справедливость должна восторжествовать. Вот. Одну перекопал, вторую перекопал, там третью. Чё творите, вообще непонятно.